Так, всем привет, продолжаем работу по Chevrolet Cruze. Вот здесь новый бампер, а вон там вот старый. Я с него поснимал все, что мне нужно. Например, вот эту эмблемку RS. Дальше вот эти накладки, туманки. Короче, крепление все снял и прицепил вот на этот бампер. Решетка еще в коробке. Здесь у нас... Что у нас здесь? А здесь у нас ничего. Так, хотел показать вам, ребят, подушки, которые у меня есть. Вот эта подушка, которую я снял с машины, она выстрелила. Вот так вот она смотрится, разорванная, вот поплавилась. И у меня была задача заказать новую подушку, ну то есть с разборки. Получается, я вот заказал, она пришла и посмотрел, вроде бы такая же. Вот она. Она не новая, снятая с машины, но в хорошем состоянии. Хотел показать вам номера, возможно, будет кому-то интересно, совпадает ли здесь все. Вот наклеечка здесь. Вот наклеечка здесь. Вот так. Дальше. Что еще? Сенсор температуры. Вот я его припаял. Сначала я его паял на работающем автомобиле. Получается, машинка была заведена, и я вот паял. И система глючила, показывала 40 градусов по Фаренгейту. Менял провода местами. Показывала 40... минус 40. Короче... Когда машинку заглушил, она постояла некоторое время, снова припаял, и все нормально, все хорошо показывает. Вот такой датчик, который у меня, к сожалению, потерялся. Также, вот это вы смотрите, это у нас краска. Это у нас краска, я пытался вот покрасить вот этот усилитель. Получается, у нас сейчас мороз, и покрасить, ну, его невозможно, потому что краска просто течет. Пусть немножко потеплеет, я думаю, мы вернемся к нему, потому что еще у нас работы как бы по машинке хватает. Дальше. Дальше, что еще хотел вам рассказать, показать. Ну, в принципе, и все. Сейчас капот закрыт. Я там уже подцепил, получается, эту шумоизоляцию. Вот. Установил здесь дворники. Также вот здесь у нас по стеклу нужно будет равнять вот этот пластик, вот эту полку. Ну и все. И здесь будем все собирать потихоньку. Накладки нужно сюда, туда нужно. Будем потихоньку все собирать. Думаю, все у нас скоро поедет. Ну, она уже на ходу, она уже едет. Я выезжал, ее мыл, на автомойку выезжал. Даже уже подцепил временные номера. Ну, вы уже тоже знаете, да? Вот так вот. Пойдем в салон. Покажу вам, что здесь у нас внутри. Чтобы вы все видели и знали. Так, ребят. Опа. Что у нас здесь? Ну, включаем зажигание. Все работает. Так, давайте камеру. Вот так вот. Заводим машинку. Все работает нормально, без всяких там приколов. Машинке тепло, она прогрета. Ошибки, понятно, там есть. Пишет airbag, change engine oil soon, то есть скоро масло менять. Дальше пишет ice possible, drive with care, то есть на улице возможно лед. Едьте осторожно. Насчет температуры, смотрите, минус 4. Видно, да? Показывает минус 4. А по телефону я проверял, минус 5. Ну, то есть машинка в гараже стоит, все нормально. У нас здесь метрическая система. Давайте US 25 по Фаренгейту. Все нормально. Так, дальше. Что еще, ребятки? Что еще? Печка греет, в машине тепло.
Еще нужно будет с зеркалом вот этим разобраться. Вот, ну, буквально его здесь нужно установить. А так машинка собирается и готова к продаже. И готова к обзору. Здесь вот элементы, подушка. Это подушка сюда в ноги. И вот сюда мы установим. Вот это у нас подключается подушка. Вот это у нас сигнал, я так понимаю. Видите, да? Заказал еще коннектор. Здесь должен быть специальный. Вот как здесь, на этой подушке. Его расплавило. Получается вот такой коннектор. Так, фокусируйся. Видите, да? Вот такой коннектор, ребят. Это что ж такое? Его, получается, на рулевом аэробэге расплавило. Поэтому заказал, он стоит там $7. И будем тоже все это ставить. И остается у нас, спросите, что? Ремни. А ремни мне разбирать лень, короче. Вот этот пластик нужно разобрать. Ремень заклинил. Короче, вот это все разбираем, достаем ремни и отправляем на реставрацию. Вот такие дела, ребят. Так что потихоньку теплеет. Уже, получается, сегодня 18 число февраля. Скоро март. Начинаем сборку. Уже потеплеет, будет хорошо работать и на улице, и в гараже. И скоро первый выезд полноценный. Поэтому следите за новостями. Все, всем спасибо, всем пока.